Ты говорила в каком-то интервью, что мама тебе говорила, что если бы у меня была твоя внешность... Да, я была бы уже звездой Советского Союза. Да. Ну да. Но я считаю, что у меня нет такой внешности, как у мамы. Как бы, что она вообще красавица была. Просто красавица, утонченная, тонкая. Ты себя не считаешь красавицей? Да нет, ты что, спасибо. Нет, у меня никогда не было. У меня никогда не было внешности, ну, такой вот в классическом понимании, которую нужно для героинь, знаешь, киношных и театральных. Поэтому я всегда понимала, что мое оружие в профессии только одно. Талант и работоспособность. Ну, их два. Вот это. Это мои козыри. Потому что если бы у меня была внешность, как, не знаю, там у кого, то было бы, наверное, в чем-то проще.